Светлана Приходько, как никто другой, понимает. Работая в большом школьном коллективе, очень важно следить за здоровьем. Каждый день она контактирует с детьми, их родителями и коллегами. Поэтому от гриппа женщина прививается регулярно. После поступления в Чапаевск лекарства от новой коронавирусной инфекции сразу же задумалась о вакцинации. Для себя женщина четко решила – привиться от COVID обязан каждый преподаватель. Каждый день мы находимся среди большого количества народа. Это дети, воспитанники, обучающиеся. И чтобы нам не перейти на дистанционное обучение, чтобы количество заболевших снижалось, мы должны сделать прививку. Плановая вакцинация в Чапаевске ведется со 2 января. Бесплатно и добровольно от коронавируса в городе прививают в 4 прививочных пунктах. Медицинские и социальные работники, педагоги, люди с хроническими заболеваниями, а также старшее поколение в приоритете. Также прививают и жителей, которые каждый день контактируют с большим количеством людей. У них вероятность заражения выше, чем у остальных. В наш город идет периодическая поставка вакцины гамма-ковид-вак, к которой мы готовимся. Мы заполняем листы ожидания, готовим население к определенным дням. И после того, как приходит вакцина в наш город, мы обзваниваем все население и начинаем активно работать, активно вакцинировать. В регионе организована дистанционная запись на вакцинацию. Заявки на прививку от COVID-19 можно оставить по телефону горячей линии 122, а также на портале госуслуг, где появился специальный раздел «Лист ожидания». Жители области могут записаться на вакцинацию даже при отсутствии электронного расписания. И как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на прививку. Михаил Ермоленко, «События».